Всем привет-привет! С вами снова Мрак. И Флешка, и мы продолжаем... Да, уже не братица, не частичка. Продолжаем проходить Divinity Original Sin 2. Ну, в общем-то, мой рыцарь смерти уже готов к бою. Оно, к бою у нас, не знаю, будет ли сегодня. Давай сначала мы поговорим вот с этим вот няшным крабиком. Голоса, да, говорить будешь ты, потому голоса что... в моей голове. Они... Клац-клац. Да, это я случайно. А, я думаю, почему это у меня такой лик... какой-то костлявый. А, нет. А, ты в ошейнике, словно пес. Очень розовый и очень длинный пес. Я бы тебя пожалела, но септа непостижимое не терпит слабости. Септа непостижимое. Это прекрасное имя для крабика. Люблю палочки. С соусом особенно. Самое оно. Mm-hmm. О, заявить, что вы даже в тарелке морепродукты не любите, а уж оскорбления от них точно не потерпите. Это ну, да. Оскорбление? Да гордись тем, что я вообще с тобой разговариваю. Я самая могущественная колдунья из всех, что ползали по этому берегу. Ну, если кто-то, какая-то другая не упилась в хлам. Ну, наверное, да. Так... Ну, может, она полезная. Есть ли какой-то способ? Ну, конечно, когда они с тобой закончат, то с радостью выкинут твой червивый труп в море. А ты потом его доешь? Хи. Так, откуда у нее сила? Это сила моя по праву рождения, как и у тебя. Но одна из нас вознеслась до невообразимых высот, а другая опустилась в бездну, слишком унизительную для того, чтобы ее описывать. Печаль. Спросить, а разве Орден привез меня сюда не для того, чтобы вылечить? Может, краб что-то знает? Ха, ну, конечно, дорогуша. Но что хуже, лекарство или болезнь? Что ты знаешь об этом? Колдуны пляшут, а магистры дергают за ниточки. И те полные идиоты. Их дурость не... не поможет им уцелеть, когда пустота обрушится на них с разрушительной мощью. Опять пустота? Да что ж такое-то? Она везде. У нее комплекс неполноценности. Ну, немножко оскорбим ее. Да, я окружена жалкими существами, не способными оценить мое величество. Ну, извините, простите, ваше крабейшество. Ну, такие вот. Тут, на самом деле, в Divinity... Original Sin 2 очень много таких диалогов, поэтому если вы будете проходить игру, так вот стараясь заглянуть под каждый камень условно, то тогда вам игра воздаст по полной фан-контентом. Тут есть много отсылок, причем в том числе к известным тайтлам, таким как «Игра престолов», например, таким как, ну, там не совсем «Властелин колец», там скорее такой общий стереотип классического фэнтези. И много такого интересного, того, что именно либо на юморе строится, либо на отсылках, и это именно, это не выставляется как вот в качестве основного сюжета. Это именно подается как что-то такое, знаешь, вот именно такой фан дополнительный какой-то, вот что-то вот. Вот. Ой, точно, здесь же мать, потерявшая ребенка. А, ты разве с ней не поговорил еще? Нет, я почему-то думал, что... окей. Пожалуйста, прошу тебя, помоги мне, никто не хочет мне помочь, бездушные негодяи. Моя дочка пропала, моя девочка. Так, чем я могу помочь? О, спасибо тебе, спасибо. Ее уже несколько дней нет, и она одна живая душа не помогла мне... А, и ни одна живая душа не помогла мне ее отыскать. Ее зовут Эрма. Ростом тебе по бедро. Черные волосы. Тихая такая девочка. Раньше никогда не уходила. Я ужасно волнуюсь, ужасно. И никто в этом проклятом лагере и пальцем не пошевелит, чтобы мне помочь. Так, что тебе известно? Последний раз я ее видела прямо здесь 3 дня назад. Она играла со своей куклой, а я стирала ее рубашку. Я отвернулась на один единственный миг, а ее уже не было. И куклу она оставила. Это так на нее не похоже. Почему никто тебе не помогает? В этом месте люди становятся холодными, холодными и злыми. Вон там стоит Джет. Он вечно твердит невообразимые жестокие вещи, но я не могу отойти от него. Вдруг Эмма вернется, а меня не будет. Ну что, попросить куклу? Да-да, конечно, вот возьми ее с собой. Когда найдешь Эрму, отдай ей куклу и скажи, что мамочка зовет своего цыпленочка домой. Так я ее называю. Мой цыпленочек.
А может она быть где-то заколдованной вот в виде именно цыпленка? Нет, нет. Ну, по крайней мере, я таких исходов не знаю, и ну, в последующем я расскажу вообще про этот квест отдельно. Он стал, на самом деле, темой обсуждения на зарубежных форумах, потому что он один из первых, один из таких якобы ведущим каким-то таким, знаешь, эпичным, ну, не эпичным, а скорее таким разветвленным каким-то таким длинным действием. Но тут немножко, ну, давай, я думаю, как-то дальше. Вот стоит поговорить с этим человеком, раз уж на него была ссылочка. Но еще такой факт один. Я тебе рекомендую осмотреть куколку, ее описание. Эта кукла принадлежала дочери Фары, Эрме. Она порвана и размокла от слез, слабое напоминание о том, как разбилось сердце убитой горем женщины. Ну, отчасти в этом отсылка к тому, что в целом с дочкой уже ее все, в общем-то, давно решено, это первое. Второе, это, ну, я хочу просто сказать о том, что вообще частенько тоже старайтесь читать описание предметов. Здесь в предметах очень много порой лора бывает. И это я имею в виду такие вот предметики, которые вам падают, казалось бы, ничего не значащие, а вместе с тем, ну, интересные. Вот, давай тогда, давай даже я поговорю для разнообразия. Здесь такой шум, что с мыслями собраться сложно. Она день и ночь голосит о своей дочке. Слышишь, Фара, хватит, да что с тобой творится? Сказать, что если ему это не нравится, то, может быть, стоит ей помочь? Вот, да, действительно. Да помощь ей нужна, да только я ей помочь не смогу. Она свихнулась, а голосит так, что коты завидуют. Сказать, что она кажется вам совершенно нормальной, просто расстроенной. Расстроенной — это немного слабовато сказано. Она все время дочку зовет. А бедняжку били, исчадие пустоты. Ее уже месяц назад как похоронили. Она в форте радость вообще не была. И воплями ее не вернуть. Вот, собственно, именно так заканчивается квест. А форуме, на форумах, на зарубежных в том числе, об этом квесте обсуждали. Если вы, ребят, нашли, вот на тот момент, когда я его проходил, там было активное достаточно обсуждение. В России вообще его не обсуждали на русскоязычных форумах, ну и, соответственно, в русскоязычных странах. На зарубежных обсуждали, искали какие-то способы этот квест развить дальше. Но никто ничего пока не нашел. Может быть, просто мы невнимательны все. Может быть, где-то там действительно надо там что-то применить, как-то что-то использовать. Там ходили теории на то, что там дальше у нас появится навык, который позволит нам определенным образом, ну как, расколдовывать некоторые вещи. И вот якобы этот навык может там что-то решить, но пока нет. Пока этот способ, то есть сказать матери о том, что ее дочка, к сожалению, уже не с ней, это единственный способ квест разрешить. Вот. Вот такая, ну, вот какая-то вот история. Грустная или я как? Я не знаю. А если сказать ей, что есть еще надежда, то мы не получим опыта. Ну, нет, я не знаю, ты как, все-таки квест, давай отыгрывать, уж раз такое дело пошло. Ты квест брала, соответственно, поступай так, как считаешь нужным. Но я бы, вот я лично, я бы сказал правду, чтобы мать не мучилась в конце концов уже. Вот, потому что, ну, блин, сколько уже, не, это так действительно можно с ума сойти. Месяц, он сказал, что уже месяц, как ее похоронили, но в самом форте Радость она не была, то есть... Ну, я так понял, что они, скорее всего, они же тут все, ну, как, приезжие, да? Да. Возможно, они, наверное, где-то жили, и там, кто его знает, ну... Так, может, на их корабль тоже как-то так направили? Нет, если не было ее в форте Радость, то тогда она могла бы быть где-то в другом месте. Но квест этот, как писали, опять же, на зарубежных форумах, он не переносится в другие главы с этого острова. То есть там, ну, никак. Тогда будем честны с ней. Сказать, что она умерла. Это тебе тот злодей Джет напел, да? Не знаю, откуда он взял эту ужасную ложь. Так ведь нельзя. Нельзя мучить бедную мать. Не говори с этим негодяем, слышишь? Эрмоне Джет врет, понятно? Ты слышала меня? А может, он какой-то маньяк, он украл девочку. Ну да, 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 да. А вот конечно, наговорил на женщину, что она сумасшедшая, а ей никто не верит. Ну нет, кстати, действительно, если, ребят, вы знаете, как решить это просто иначе, то можете написать, я вот лучше с фанатиком поговорю. Обязательно. Преклони голову, прошу тебя, если мы будем петь бесконечную молитву, появится новый божественный. Я и не помню, я говорил с ним или нет. По-моему, нет. Сказать ему, что божественный мертв, сколько ни молись. Ну я нежить, чё? Ты разве не знаешь, епископ Александр, сын самого божественного, пробужденный, он вознесется, он защитит нас от тьмы. Без сомнения, он с минуты на минуту обретет всю полноту своей силы, и уж тогда-то он вознесется. Ну, в общем-то,
от этого человека толком-то, в принципе, ничего не добиться. Mm-hmm. Ты уже, я смотрю, говоришь с торговкой. Вот, я не говорю, я ею пользуюсь. Вот, ну, самым безобразным способом. Ну, пока ты пользуешься, я немножечко настрою это прямо вот, ну, то есть не останавливая запись, я хочу немножечко голос заглушить, чтобы можно было вот громкость диалогов рассказчика я немножечко убавлю. Это для того, чтобы мы же читаем диалоги, нам было удобнее. Скажите, ребят, как вам вот оставить озвучку и сделать такое, это получается как закадровый перевод у нас, да? Закадровое чтение, закадровая озвучка. Либо же оставить то, как я сейчас сделал. То есть вот это вот. Пожалуй, так пока и оставим. Посмотрим, нормально это будет или нет. Не знаю, как ты пользуешься торговкой, но... Все, я ухожу, я знаю, что тебе с ней надо поговорить. Я пользуюсь, у меня тарелки в карманах. Мне с ней надо поговорить. Вот ты по поводу этих тарелок, ты все, что надо продать, скидывай Ифану, потому что Ифаном я буду торговать. И вот... А мне почему-то у нее тоже показывали цены поприятнее. Я не понимаю, почему. Так понятно, что поприятнее. Ну, так отношения-то, может быть, у нее, по-моему, 10 по умолчанию отношения. У Ифана-то еще лучше будет. И если... То есть со временем его можно будет раскачать, и, ну, посмотрим. То есть тут как? Навык торговли, он также еще и определяется, ну, то есть не только этим навыком, а определяется еще и тем, как персонаж к тебе относится. То есть, в принципе, если у тебя будет очень хорошее отношение, то тогда навык торговли может даже будет хуже работать. Ну, и Ифану тоже можно отношения раскачать, в конце концов. Ну, давайте я тогда с ней поговорю. Среди болтов, гаек и металлических деталей лежит устройство, похожее на перчатку с 5 длинными металлическими когтями. Женщина, которая возится с ним при вашем приближении, поднимает взгляд. Что тебя интересует? Ну, вот я как Фейн отвечу. Она, похоже, обладает техническим складом ума. Вслух, а любопытствовать не сможет ли она сделать для вас лицерез. Что-что? Терпеливо растолковать так. Так, мать, вот же примитивные существа. Медленно, громко объяснить, что вам нужно срезать лица с других существ. Если собственно, лица пальцы. Ну да. Теперь рассказать, что вам требуется. Резаки, крючки для кожи, все, что да. Ты что ли еще один дружок Нейлса? Сказала... Я этому садюге-магистру убираться к себе в свое вонючее подземелье и носа ко мне не совать. И тебе то же самое говорю. Теперь, очень плохой вариант я выбрал себе, но как бы, ну... А хотя, подожди, это ты там, что ли, опять же, куда-то убежала? Нет. Я просто... Я рядышком. Это... Просто у меня тут, видимо... Отмычки откуда? А, я скрафтила отмычку. Случайно. А зачем ты ее скрафтила? Потому что у меня был старый ключ с корабля и кусочек мыла. И я ее скрафтила. Ну, нет, она зачем? Она стоит денег. Ключ и кусок мыла стоят дешевле, чем отмычка. Надо на самом деле еще посмотреть, если это отмычка, то потому что... Ну, ладно, я уже решил прокачивать это, как его, господи, воровство. Вот. Воровство вместе с удачей буду прокачивать. Потому что лутать, видимо, буду я. Несколько вопросов отдались. Ну, это ладно, это, я думаю, ты уже поспрашивала ее. Там есть способ, на самом деле, через нее снять ошейник все равно, но это мы к этому способу вернемся попозже. А теперь давай Ифану все отправляй, и я тогда сейчас прямо, наверное, я пока с ней поговорю, для того, чтобы можно было. Я быстренько это даже прощелкаю. Так, подсказки мне больше не нужны. Так, это так. О, кстати, Ифану путешественник есть вот тег. Хотим что-либо из своих товаров на пробу, чтобы вы решили, стоит ли, да. На, хитро. Лопату так, ну все, не отдам. Ну, лопату не отдавай. Так, а, подожди, а тарелки и все вот это вот... Так там, я ее уже продала. У меня были приятные цены. Ну, ладно. Так, тарелок мы оставляем. Тут у меня еще тонна всего. Это вот все вот надо будет тоже. Тут, знаешь, плохо нельзя каким-то одним нажатием кнопки передать товар из одной сумки в другую, условно говоря. Это только для того, чтобы... ну, не вот так вот, как вот я сейчас перетаскиваю вот это все вот. Вот это вот не делать, потому что, блин, это немножко утомляет, знаете ли. На самом деле, как бы дальше по ходу игры вот эта мелочь, она на самом деле не так и нужна будет. А не нужна она будет просто потому, что слишком мало она приносит там такие цены. А зачем фиал ты кидаешь? Фиал давай мне, я буду в деле варить. Да. Пустой, конечно, ты что, это же... Там очень прикольные зелья можно будет делать. К тому же мне яды надо будет делать из чего-то, вот, в итоге. Но у меня, в принципе, уже еще шептун трава есть, можно там на основе нее что-то делать. Так, от обрывки кожи, в принципе, тоже можно продать, наверное. И веревку, ну, веревку, мечта я себе сделал уже, поэтому ладно. Так, это все теперь Ифану уходит, и иди сюда. Так, торгуем. У зверя есть интересное письмо.
Да и у Ифана есть интересная бумажка, кстати, так уж к слову говоря. Тут, кстати, у нас теперь есть целых 561 голд. Если хочешь, ты можешь себе купить, например, насыщение... А, тут нет насыщения силы. Насыщение зоркости только есть. Вот если бы было насыщение силы, было бы здорово. Ну вот, ну, значит, тогда пока, пока так. Ну вот. Так, все, я поторговал. Если уж говорить, то тогда... А, или ты уже тут начала говорить с... Гном хочет, да, со мной поговорить. Ну, давай. Видимо, он не потом... только с тобой хочет поговорить. Потому что я... Куда ты ушел? А куда? Я не знаю, что... Унесся. Ну так, ты прочитала? Нет, я еще не прочитала. Я не прочитала, я только взглянула. Я не могу выйти из диалога теперь. Ну, тогда я теперь почитаю быстренько за тебя. А, я не могу это сейчас сделать, потому что персонаж твой. Вот. Ну, ладно. Ну, там на самом деле сказано, что там, по-моему, письмо, говорящее о том, кто... Ну, сейчас это в диалоге, в принципе, все известно станет. О королеве и о каком-то гноме еще Лохаре. Сказать, что вы прочитали, но не понимаете, зачем вам в это влезать. Но нет, надо все-таки сказать, что он еще знает о ней. Да. Немногим больше того, что там написано, но достаточно, чтобы понять, я должен остановить Юстинию. Это королева гномов, насколько я поняла. Она нацелилась на повстанцев, моих товарищей, моих друзей. Что произошло? Слушай, королева когда-то была хорошей женщиной, а ее двоюродный брат бастард, так что... Кому и знать, как не мне, мы с ней бумажные кораблики по лужам пускали и жучков туда сажали, чтобы отправить в путешествие. На зверя, как я, она не тянула, но дух ее был свободен, они даже близки были. А потом королева Лора умерла, и Юстиния взошла на трон. Божественный орден набирал силу, ящеры тоже, сложа руки, не сидели. Поначалу это были просто флаги, королевские флаги и гербы. Они все время лезли на глаза, все время требовали от меня верности». Дальше больше. Стоило кому-то сказать доброе слово о Люциане, и он исчезал. С улиц пропадали художники, а вместо них появлялись королевские солдаты в полной броне. Только и разговоров было о что ящеры да скоро нападут, а нам всем надо быть готовыми пойти в бой по приказу королевы. Жить так было больше нельзя. Мы с друзьями, мы решили, что пора что-то менять. Тени прошлого сгущаются в его глазах. Он смотрит уже не на вас, а как будто сквозь вас. Ох уж эти воспоминания. Идет шторм. Спорить не буду, но потом, уж ты мне поверь, небо расчистится, чайки снова будут сидеть на реях, солнце высушит наши лица. И эта тишь да благодать тем слаще, чем страшнее гремел гром. Ну... Они против войны, а она хотела войны с ящером. Почему она хотела войны с ящером? Сейчас мы прочитаем это письмо. Ну, сейчас ты там не прочитаешь, ты там не узнаешь ничего такого, но квест, на самом деле, интересный, он будет тянуться практически до конца игры, я так скажу, вот с этой королевой. Вот. Ну, тут многие квесты так будут. У сопартийцев там... пока ты, я не знаю, ты будешь читать слух это или просто... Ну, давай прочитай мне. Давай. Капитан Артус. Начата операция «Крах», призванный... Приказы Ее Величества просты и понятны. Мы начинаем действовать, когда миротворец подойдет к побережью Жнеца. Доверьтесь мне, пьянчуги из Божественного Ордена на его борту не успеют ничего понять. Победа должна подойти по моему сигналу, под покровом ночи, когда вы увидите костер. Можете не высаживаться. Мы поднимем на борт груз и вернемся в Дрифтвуд. От вас потребуется лишь доставить его на место. И быстро, Ее Величество не терпит промедление. Пришло время действовать и положить конец восстанию, Лохар. Что они замышляют? Тут два корабля. Победа и миротворец какие-то. Ну, с этого письма толком ничего. Я что хотел сказать, что здесь сюжеты персонажей, они очень интересные, очень длинные, и они проработаны, наверное... На уровне, даже лучше, чем в старых ролевках, и вплетены на самом деле в наш основной сюжет. То есть наши сопартийцы здесь, они равны нам все. То есть они не просто спутники вот главных героев или героя. Они здесь такие же герои главные, не меньше, чем ты, абсолютно. Причем это дальше станет по сюжету очень явно. И в определенный момент это сыграет свою роль. Ну, как бы то, что они действительно, они прям вот равны. То есть они просто как бы вот идут с тобой, все.
Да. Пошли, может, найдем эльфийку, которую мы спасли от этих. Да пойдем, но тут можно прогуляться по городу, и вот только здесь вот аккуратно иди, чтобы кота не убили. А я пошла через центр. Нет, тут можно мимо них ходить. Я просто что, я почему тут пошел? Я хочу показать, вот мы на стриме с этой персонажей больной мы с ней говорили, но на самом-то деле, как бы, вот я сейчас с ней поговорю, конечно, немножечко, вот ученый, нежить, значит, чтобы она не боялась. Смерть – это еще не конец. Жестокий приступ кашля сгибает ее пополам. Наконец она прекращает, и он вытирает губы рукой. Че? Какое милосердие. Я надеюсь, что это так. Я не могу здесь оставаться. Суть в чем? Она торгует заклинаниями некромантии. Вот, ребят, запомните, кто не в курсе. Вот. То есть, да, у нее, вот, например, у нее есть, так, а что у меня есть? Вот рой москитов я бы даже взял бы. Он стоит сейчас, блин, 300 целых. Ну-ка, у Ифана сколько он будет стоить? У Ифана он будет стоить 288. Ну, на 12 голды меньше, что. То есть, вот, как бы, либо же можно, а на что еще тут можно? Кровосос, ну, тоже, конечно, вариант. Вот, хотя, может, даже и кровосос-то поинтереснее было бы. Вот, потому что, как бы, кровища, там, все дела, я же вблизи сражаюсь. Поэтому мне, в принципе... А я отмечу так, что некромантия, она восстанавливает здоровье, ну, то есть не мешает нежити лечиться вот этими навыками. Поэтому, наверное, я даже кровососа возьму. Он, кстати, подешевле немножко стоит. Вот, хотя бы у меня будет вот этот спелл. Вот, так вот. Так. Так, ладно, я пока от нее уйду. Не знаю, что квесты какие с ней связаны или нет, я вот лично не заметил, по крайней мере. Я теперь, мои голоса в голове, они постоянно мне говорят, разговаривают с животными, я ничего не могу с этим поделать. Тут бегала крыса, и она такая, а что, прямо все ящери пахнут апельсинами? Или только этот чокнутый с заостренным хвостом? Так что у нас есть какой-то ящер, который пахнет апельсинами. Ой, собака есть. С собакой, хочу... да, кстати, можно поговорить. Я хочу говорить с собакой. Привет, собачка, дружочек. О, какое у тебя имя замечательное. Скулит, привет. Как тебя зовут? Дружок. Отлично. А что случилось? Неважно, все равно без толку. В смысле? Попробуй. Ты добрая. Эми бы тебя полюбила. Какая Эми? Что? Кто она? Вот надо было ее почесать за ухом. Она была моей половинкой последней. 7-2 в уме плюс 55 лет магистры. Они ее забрали. Собака, которая считает? Ну что, умная собака. На самом деле, все ваши собаки, вот питомцы, у кого есть, они умные. Они умнее вас. Так, почесать они, вот, за ушком. Они вот еще знают математику. О, я тебя люблю. Хочу тебе кое-что показать. В смысле? Что? А вот ты сейчас, да, вот это вот интересненько. О. Спасибо. Ключик. Я люблю ключики. Еда, ням-ням. Вот оставь его, он пригодится. А я пока залутаю здесь все, если тут что-нибудь найдется, конечно. Ну, пока навык у меня слабоват, поэтому тут, конечно, сильно залутать не получится, но тем не менее. Так, вот эта вот торговка, я тоже с ней поговорю. Так, у тебя есть заклинание исцеления, у тебя есть, кстати, насколько я помню? Ты же у нас вроде бы... Да, Вот сейчас оно пригодится, потому что вот этот вот... Прожми-ка сразу на него, пока он еще не умер. Вот этот вот Дайн. Вот. А теперь я поговорю. Думаешь... Хорошего тебе дня, дорогуша. Хорошего. Так, чем могу помочь? А, ну тут ничего. Она торгует, если что, этим превращением. Вот. А мой подопытный, он даже заговорил. Думаешь, удивить меня своей абракадаброй, да? Да кому это все надо? Я тебе жизнь спасла. Он, кстати, реально потом бы умер. Ну, то есть буквально вот спустя там какое-то время. А если алкоголя дать, то не помогает, да? Дай, ну дай. Не-не-не, еще варианты есть, когда дать просто алкоголя. Это ж торговка, она суперцелитель, она все ромом. Или там вином лечит. Ну, не так, знаю, не знаю. Напомнить, что без вас он бы до сих пор умирал. Ну, или бы уже умер. Ну, да-да-да. Да, конечно. Я повалю смерть на землю и заставлю кричать мое имя, прежде хоть на милю подойду к чертогам эха. Тебе всего-то удалось спасти безносую от хорошей взбучки. Какой он самомнением?
Ну, не стоило его спасать, да, я так думаю. Почему тебя так отделали? Ввязался в драку с этими дуболомами, что играют в карты у стены форта, и пропустил на удар больше, чем надо было. У меня даже была счастливая карта, но я так и не успел ее использовать. Ага. Вот, кстати, вот это вот я не знал сейчас. Вот, это нам пригодится. Хочешь, собирай. Если они и тебе предложат в карты сыграть, то у тебя будет победа в кармане. Карта самоцветом называется. Кто ее кладет, забирает весь банк. Я ее у самого грифа стащил. Только ты поосторожнее, если, как я, драться не умеешь, то мигом окажешься у доктора Лесте на столе. Это пол, скорее. Как все стол, остальные пол. Слабаки. О, так мы можем сходить в карты сыграть. Ну, давай сначала в пещеру зайдем, потом сходим, да, сыграем в карты. Давай. Я думаю... Так, с Эльфийкой, наверное, даже, может, я поговорю тогда. Вот сейчас. Тут... Хотя, смотри, тут... Вот, кстати, вот с этим пареньком я потом тоже вам все покажу. Тут есть интересный такой, ну, квест не квест. Вот туда, смотрите, вот туда за бочками пройти можно, но нам туда рано. Мы туда потом сходим, очень потом. Вот. А сейчас, так, ты уже с кем-то говоришь, что ты смотрю или нет? Или еще, ну, пока? Они там между собой. Так, ну, я тогда с Эльфийкой поговорю, вот она. Спасибо за помощь с этим громилой. Да, сегодня что-то я за женских персонажей, ты из мужских, нормально все. Спасибо за помощь с этим громилой. Редко можно встретить человека, который пойдет против своих ради эльфа. Сказать, что были рады помочь. И даже не из-за того, что предпочитаете, чтобы о вас судили по поступкам, а не по такой банальной вещи, как раса или внешность. Ваша слава вводит в эльфийку в легкий ступор, однако уже через мгновение она отвешивает вам короткий, полное достоинство кивок. Насколько я могу судить, ты справедлив и благороден, как по виду, так и по поступкам. Я перед тобой в долгу. Есть ли какой-то способ выбраться из форта? Я не знаю о путях бегства. Единственный способ вытерпеть все. Вытерпеть магистров, вытерпеть их лечение. Громил я вытерплю, но вот магистров я боюсь. Спросить, знает ли она, что здесь за глав... кто здесь за главного? Мы верим Сахейле. Здесь, в этой пещере, она молода, но она видит. Она знает больше, чем знаем мы. В лагере власть держит здоровяк Гриф. У кого хлеб, у того сила. Ну, типа того, да. А, как она попала в Форт Радость? А, мне до сих пор больно. Я со своей семьей. Мы творим святую магию. Мы исцеляем дерево, срубленное с огромной жестокостью. Тут приходит магистр, моя семья убегает, но я падаю. Мой сын оборачивается, я хочу, чтобы он бежал. Меня берут в плен. Ну, собственно, все просто. Грустно. Вымогательство. Ну, это так. Без твоей помощи... Это ты там, что ли, тут что-то собираешь? Нет. Без твоей помощи меня бы тут не было. Я это помню. У меня для тебя подарок. Я хранил для особых случаев, но думаю, этот случай есть особый. Так, вот она мне может дать... так, что тут? Есть арбалет... Ну, я не знаю, Ифану, в принципе, его, не знаю, надо ли дать или не надо ли его дать ему, как бы, вот. Но Ифан потом, у него в будущем будет оружие, которое он получит по квесту своему личному. Пояс с физической броней возьму, что ли, тогда? А то я все-таки танк. Это ты, что ли, тут с пареньком поговорила? Уже? Нет, я с пареньком не говорила, я просто вижу всяческие спрятанные вещи, и я нашла... Ну, вообще... Вот да, вот этот люк вообще надо было найти, сыграв с пареньком в прятки, а ты все испортила. Вот, ты... Ох уж мое чутье. Вот, тут это с рыцарями, но я ж не буду это озвучивать. У меня же восприятие повышено. Внимание, марш! Вот сейчас я, но я все-таки с ним сыграю, довольно забавный квест. Вот это, возможно, даже понадобится. Потому что я не уверен, как паренек отреагирует, если мы туда без спроса. Вы меня нашли! Так, ладно, ладно, я спрячусь еще раз. На старт, внимание, марш! Теперь надо его искать. И он, ну, то есть, ушел в невидимость, и он находится как раз вот тут недалеко. Вот от этого вот люка. Ох, я бы их огнем сейчас вот всех нашла. Ух ты! И вы и правда умные. Думаю, знаете что? Думаю, мой лучший друг вас тоже очень-очень полюбит. Идем, я вас представлю. И вот это вот как раз важно. То есть вот здесь мы, он пролезет сейчас вот здесь, ну, где мы не можем пролезть. Гном может пролезть. Да? Угу. Гном, ну, гном маленький и юркий, и может туда пролезть. Ну, не знаю, давай зайдем через люк уж тогда. Вот, это будет интереснее. И тут мы сейчас получим квест на один из способов уйти с острова, если что. В том числе.
Ну, точнее, способ этого, скажем так, к этому способу приводит несколько квестов. И вот тут вот очень прикольная есть вещичка. Чашка чая? Нет. Вот, лорд Уизермур. Эй, ходячий труп, заклинаю, скажи мне правду, ты с истокоборцами или же служишь тирану Браку? Посмотреть на него, просить на какую... Так. Он говорит, но подозревайте, что о древней истории. Древней истории, неужели это было так давно? Боги, как летит время. Все это время я не видел ни одной живой души. Что за странное ощущение? Как он попал в ловушку. Жестокий король Брак правил этим островом. Орден истокоборцев знал, что здесь творятся кошмарные вещи, и меня отправили положить им конец. Да, мой провал был абсолютным. Я больше не достоин носить регалии истокоборцев. Прошу тебя, добрый господин, освободи меня, вытащи из моей груди копье, на тысячу лет пригвоздившее меня к этому месту. Вытащи копье, прекрати мои мучения, умоляю тебя. Умер, это мой новый друг, он очень умный, ну, короче. Если мы его отпустим, то все, у паренька вот. Больше нету друга. Мы его не отпустим сейчас. Ты освободил мое тело, добрый господин, оно наконец смогло рассыпаться прах, но мой дух, проклятие, я остаюсь в плену в этом истлевшем скелете. Заметьте, что за эти века заметно ослаб, а вот вы, похоже, стали лечь сильнее. Ну ладно, это мы... Не надо хвастаться. Должно быть, действует могучая магия. Я слышал о таком колдовстве, но не думаю, что найдется прогнившая душа, которая решится его использовать. Король Брак, чтобы ему черви кишки сожрали. Наверное, так уже и давно случилось. Он бросил меня в эту клетку, а душу вытянул из тела и спрятал где-то в глубинах форта. Так и я оказался навеки прикован к этому бренному миру. Но я хорошо знаю это место, я могу рассказать тебе, где искать, а для тебя, в свою очередь, откроется путь из форта. Моя свобода в обмен на твою, что скажешь? Ну, согласимся. Чудесно, просто чудесно. Первым делом вам нужно будет попасть в сам форт. А ты же знаешь, что на изображающей семеры в скульптуре во дворике есть потайной рычаг? Потяни за рычаг, откроется люк, ведущий на главный ярус тюрьмы. Думаю, что сосуд с моей душой ты найдешь в покоях филактерии Брака. Наверняка он хорошо спрятан, так что придется поискать еще один потайной рычаг. Брак сделал из меня жалкого пленника этих стен. Но с твоей помощью я, наконец, умру с достоинством. Смерть может стать такой, какой вы сами сделаете, я должен сказать. Быть мертвым, не имея души, это не смерть, мой друг. А, вот так вот. Простите его, откуда он знает, где спрятана его душа. Прежде чем отправиться сюда, я все разузнал об этом месте. Моей целью было уничтожить злодея, собравшего здесь самое чудовищное оружие и магию для своей армии, что грозило нашей стране. Я не предполагал, что сам стану его жертвой, и тем не менее... Что можно сказать об острове? Форт Радость – опасное место, друг мой. Очень опасное. Брак собрал здесь целый арсенал из страшного оружия, доселе невиданного в нашем мире. Естественно, его ученые измысливали казни и ловушки, противные человеческой природе. Капканы, способные поймать души, жезлы, чтобы стирать саму сущность колдунов истока. Мой орден никогда бы не стал обращать столь варварскую магию на наших врагов. А квест, и самое интересное, у меня теперь есть копье Брака, это копье, оно очень хорошее оружие, и пока у дворфа нет нормальных кинжалов, на самом деле, вот я ему его отдал, поэтому можешь ему вот это копьецо отдать вполне. Оно как раз от ловкости работает, и вполне себе неплохо. То есть урон у него такой, ну, как бы это, конечно, идеально, но... Что, чтобы ходил Рога с ним? Да. Думаешь? Думаю. Ну, хорошо. Ну, два оружия у нее пока не прокачаны, ведь, насколько я знаю тебя. Ну, да. Ну, поэтому ну, без разницы, с чем он будет ходить. Так, и тут мне надо залутать опять же все. Кстати, эта карта самоцвет, которую мне дали, это украшенная мозаика из блестящей бумаги карта. Самая сильная в популярной карточной игре «Придворные». Вот одна из отсылочек в какой-то степени. Так, я... Украшенная золотом? Ланнистеры, что ли? Ну, не совсем. Ну, так. Так, это на продажу. Тыковка, наверное, тоже на продажу. Я нормальную еду не ем. Отрезанная голова.
нога от Узы. Надо потом, не знаю, может быть, все-таки стоит потом эльфийке скормить это все дело, потому что, ну как... Вот, этот квест довольно тоже интересный, он нам сейчас уже позволит, на самом деле, попасть в тюрьму, но нам, опять же, туда рановато. Не лут... Ну, я там уже лутал же все. Да. Вот. Не лутай, теперь это моя прерогатива. Все, вот. Так, давай-ка я поговорю с Ахейлой тогда. Ну, сначала Рула вот тут есть. Никто не говорит мне, что это... Что в этом форте радость только детей. Не говорил, точнее. Вашу породу я еще могу терпеть, а этих мелких... Сказать, что дети необходимы для поддержания стабильности населения. Эльфийка живет вечно. Если она держится подальше от копий и огня, ей не нужна эта мерзкая и липкая мелюзга. А ты хитрецы. Сахейла, иди сюда. Глаза девушки перекрыты, но при вашем приближении она оборачивается. Девушка улыбается, словно бы узнав вас, хотя лица вашего она видеть не могла. Привет, незнакомец. Странное существо, пришедшее в странное время. Интересно, ты когда... ты хотя бы представляешь, насколько ты потерян? Значит, что это не так. Да, спросите, откуда она узнала? Я вижу это перед глазами. Сказать, что вы здесь не где-то так, это понятно. Как вам известно, ясновидение – это не только дар, но и тяжелая ноша. Хмыкает. Не так уж это и плохо. Я знаю, в какие дни бывает хлеб, а в какие – нет. Я знаю, что однажды хлеб появится снова. Это помогает. Вы здесь не для того, чтобы трепаться своей... Так, это ладно, в принципе, можно трепаться. Все равно я ее не помню, свою личную жизнь. Скажи, что вы не верите в правительский дар. Давайте так вот. Твоя жизнь не только твоя, твоя жизнь для всех нас. Я не могу сказать больше. Однажды ты поймешь. Хотите выбраться из форта радость? Ее брови взлетают вверх. Выход есть. Амира знает, но он исчез. Ты не видел его? Он знает, как отсюда выбраться. Простите об этом Амира. Мой защитник, мой друг, он тоже эльф, как и я. С душой прекрасный, словно свежая зелень листвы. Он хочет помочь мне, спасти меня, и он очень-очень страдает. Он в плену у тех, кто причиняет ему боль. Я так хочу, чтобы он вернулся. И он расскажет о том, что ты ищешь, о пути для бегства. Надеюсь, что вы поможете ее другу. Ну, так и так поможем. Ты вернул мне спокойствие. Спасибо, мой друг. Я так по нему скучала. Я вижу что-то, что может помочь. Я вижу ящера. Ящера множество снов. Ящера с далеким чутьем. Тебе не освободить Амира без него? Или бы задать несколько вопросиков. Зачем она прикрывает глаза? Я прикрываю не глаза, а место, где они когда-то были. Теперь их нет. Их забрали. Но я все равно вижу. Запалые глаза. Зачем? Он совершенно слеп. Он видит вещи, но не истину. Не любовь и не радость. Мне так его жаль. А ты поймешь, когда увидишь его, после того, как выберешься отсюда. Спросить, зачем они прячутся в этой сырой пещере. Здесь безопаснее. Мы не мешаем грифу, он не мешает нам. Что еще весьма необычно. Мой дом далеко. Ваш язык для нас неудобен. Мы эльфы, для нас время – это сейчас, потом и когда не бывает. Как они с Амирой попали в форт радости? Я знал, что мы должны быть здесь. Я не знаю, что еще нужно объяснить. Ты здесь, я, значит, мы тоже. Ну, в общем, прям прорицательница. Они все такие странные. А, и тут еще есть важный для меня лично ящер, потому что у него есть товар, который мне потом понадобится. Так, ты не туда зашел, поросенок. Ну, кого-то назвал поросенок. Встреча с солдатом ящера в полном вооружении внутри форта, да. Да не надо так глазеть, в этих стенах можно добыть все, что угодно. То есть, не добыли ли ничего такого, что можно интересовать владельца пары личных золотых. Это тебе решать. Ну, то есть, вот он торгует, у него оружие есть, у него есть воинские навыки. Не знаю, просто своровать, я лучше сворую потом что-нибудь другое. А сейчас я бы вот на самом деле взял... Мне только памяти, наверное, не хватит, но на следующий уровень... Почему? Мне кажется, что хватит. Вот, например, у меня еще две пустых ячейки памяти. Вот ну, одну я занял, в принципе. Ну тогда, значит... Ну смотри, а тебе самой эти навыки не нужны, просто тут навык, который мне нужен, стоит 300. Ну, для Ифана он стоит, ну, не 300. Я не знаю, мы же еще не дрались. Не дрались. Я хочу в бой. Откуда я узнаю, нужны ли мне навыки, если я еще никого не убила? Тебе нужна, ну, как призывателю, навык, который называется вливание силы в этого в инкарната. Но его, видимо, он попозже. Я вот хочу просто сокрушающий удар бы взял бы себе. Он... Хорош. Стоит, да, 288 золотых. Брать, не брать, блин. Брать.
Ну, ладно, давай возьмем. Не отказывай себе ни в чем. Я, да, в комментариях сейчас напишут, а что не своровал. А я скажу, что не своровал, потому что я жду, когда мы прокачаемся, и у торговцев появятся новые товары. И вот тогда мы уже начнем. Потому что сейчас, если мы это сделаем, то потом уже к этому NPC с воровством не подойти. Вот. Поэтому сейчас мы будем честно покупать. И втираться в доверие. Вот. А если ты покупаешь за ровную сумму, то разве отношение растет? Нет, но я просто к тому, что это так, как слово сказал. То есть, не то, чтобы я... Так, это я учу. Да, действительно, рыцарь смерти получается. Навык к тому же хороший. Он универсален и для щитоносцев, и для двуручников. Ну, то есть, как будто там кто во что гораст. То есть, кто что хочет, кто как захочет сражаться. Так, здесь мы, собственно, все закончили уже. И так, тут, по-моему, больше... Больше-то, по-моему, здесь и нечего делать, потому что вот тут только сумочка есть, которую можно безболезненно обчистить так немножечко. Почему? Ну и, наверное... Там еще стоят вот здесь на... вот в проходе те ящики, которые стоят, разве в них нельзя залезть? А, подожди сейчас. В проходе где? Ну, вот тот, что дальше ведет. Куда нам еще рано. Можно. Ну, нам туда рано, да, действительно. Там довольно... Там сильные враги, скажу так. Пройти туда можно. Вот, но... Тут не зря сделали баррикаду, я так скажу. Это чтобы дети не выбегали просто. Да, и мне не повезло. Блин, надо действительно удачу качнуть, наверное, будет. Ну, хотя воровство тоже, конечно. Все надо качать, короче. И ни на что не хватает. Как бы тут, короче, бы и не говорить. Хоть короче, хоть не короче. Так, здесь мы, наверное, все сделали. Осталось только... сходить потом. Я нашел рыбку, селедку. Вкуснятина. Да мне уже как бы... А, тебе уже, да, тебе уже все равно. Да, мне, к сожалению, на многие вещи все равно уже. Ну что, на этом закончим, а в следующей уже серии пойдем сыграем в картишки. Да, сыграем в картишки и напьем бороду неугодным. Счастливо! Пока!